Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о 2022 году. Поговорим о том, что ожидать от тигра, что принесет нам этот год. Будет очень много важной, полезной, нужной информации, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, 2022 год приближается к нам, и это год будет тигра, белого водяного тигра. Вы знаете, каждый Новый год мы встречаем с мыслями, что следующий год обязательно будет лучше, чем предыдущий, и принесет нам новые возможности. И, конечно же, мы всегда благодарим прошедший год за то все хорошее, что он нам принес, и просим Новый год принести нам еще лучшие события. Недаром говорят: Новый год – новая жизнь. Если хочешь что-то начать, начни это в новом году, и у тебя обязательно все получится и принесет успехи в новых делах и начинаниях. Но каждый год несет как положительные моменты, так и негативные. Как бы нам этого не хотелось, если знать, чего опасаться, то можно это обойти. Итак, давайте в этом видео поговорим о белом тигре. Чем он может быть опасен и что нужно делать, чтобы он прошел легко и принес вам много положительных моментов в вашу жизнь. Итак, друзья, тигр – это хищник, он упрям и очень силен, он также непредсказуем, никогда не зная, что ожидать от этого животного. Тигр – победитель, обычно он символизирует добро. А так как тигр – это хоть и большая, но кошка, он любит все-таки ласку и уют. Тигры обычно живут в паре. Мы сказали о тигре для того, чтобы понимать, что же ожидать от 2022 года, так как покровитель этого года у нас тигр. Людям, которые родились в год тигра, этот год принесет удачу во всех их делах и начинаниях. А для тех, кто ждал момент для новых начинаний, вот он и пришел. В этом году вам хорошо закрепить отношения, в которых вы состоите уже достаточно долгий период и боялись этого серьезного шага. Также, если вы давно не решались попросить у начальства о повышении, это ваш звездный час. Тем, кто мечтал о детках и не решался по разным причинам на этот шаг, вы знаете, 2022 год – самый подходящий год для этого. Тигр сам по себе, он это сильное животное, поэтому бизнес, который вы начнете в 2022 году, принесет вам удачу и процветание. Но вам нужно постоянно оставаться сосредоточенными на всех ваших целях. После того, как вы воплотите одну, сразу ищите новую идею, которую вы также сможете легко воплотить в жизнь. Судьба предоставит вам и неожиданные моменты, но вам их ни в коем случае нельзя упустить. Если эти моменты будут требовать рискнуть, рискуйте. Только так вы сможете изменить свою жизнь в том направлении, о котором вы долго мечтаете. Главное не упустить этот момент. Для остальных этот год будет состоять из взлетов и падений, так как тигр любит прыжки и охоту. В этот год финансовое положение в основном у всех стабилизируется, и дела пойдут ввысь. У вас даже получится рассчитаться с долгами, но не стоит набирать новых. Вам нужно засесть в уютное место и отдохнуть, набраться сил. К финансам в год тигра нужно относиться бережно, так как тигр любит делать запасы. И этот год поможет вам поднакопить денег. Они будут периодически появляться в тот момент, когда вы не будете ожидать. Но, пожалуйста, не тратьте все сразу. Давайте им задержаться у вас. Год тигра принесет вам новые знакомства, которые помогут и принесут в вашу жизнь разные интересные аспекты. Но не стоит безоговорочно доверять всем, кто вас окружает, чтобы добиться успехов. Вам постоянно нужно быть начеку. А чтобы добиться цели, вам нужно быть настойчивым. Нужно помнить, что для того, чтобы добиться цели и загнать добычу,
Тигру нужно постараться и приложить для этого немало усилий. Поэтому вам нужно быть терпеливыми и внимательными. Только так у вас все получится. И совершив опрометчивый и, возможно, необдуманный поступок, вы тем сами навредите себе, так как определенно примете неправильное решение, которое заведет вас в тупик. Только терпение приведет вас к цели, помните об этом. И в 2022 году много внимания обязательно уделяйте своей семье. Поддерживайте родных и близких людей, проводите, старайтесь побольше времени с ними. И не оставайтесь наедине со своими мыслями. Это ни к чему хорошему вас не приведет. Год Белого Тигра принесет для вас много испытаний, и в нем будут трудные моменты. Но если вы сосредоточитесь и найдете правильный выход, вы обязательно добьетесь успехов, которые принесут в вашу жизнь значительные изменения. В 2022 году важным правилом и даже девизом для вас должно стать то, что вы должны заканчивать и доводить до конца все, что вы будете начинать. Оставлять или менять планы на полпути ни в коем случае нельзя, потому что это оттолкнет от вас положительной энергетики и притянет к вам невезение. И все из-за того, что вы будете браться в дальнейшем, не приведет вас ни к чему хорошему. Вы не сможете больше в этом году ничего добиться. Обращаем на это ваше внимание. Напоминаем всем, что тигр – импульсивное животное, резкое и вспыльчивое. Поэтому, если эти черты присущи вашему характеру, вам придется тяжело. Нужно будет контролировать каждый свой шаг, чтобы не наломать дров. Не прислушиваясь к чужим советам, в этом году нужно полагаться только на свое чутье. Все ваши действия в год тигра должны быть просчитаны наперед, только тогда они принесут вам желанный результат. Точно можно сказать одно, что в год тигра никому не будет тоскливо и скучно. И для каждого из нас год тигра 2022 год предоставит определенные сюрпризы и подарки. С одной стороны, год не будет сам по себе спокойным, но за его красотой будут скрываться разнообразные моменты. И этот год обязательно многим из нас принесет самые хорошие моменты, впечатления, события. Но для этого нужно хорошо подготовиться и правильно встретить год тигра, год водяного серого тигра. И всегда помните, что нужно верить только в хорошее, и все обязательно сбудется в вашей жизни. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.